на рынке Барабашова, Украина, Харьков, делают ремонт. Барабашова сейчас продает товары, восстанавливается. Ну, конечно, загрело. Где заново продают все. Вещи. А как на болото пройти? Спасибо. Ага, спасибо. Иду купить самокат ребенку. Людей почти нет. Спасибо. Вьетнамцы. Вьетнамский что-то сказала. Кто знает, напишите в комментариях. Строители отстраивают, молодцы. Так, опять тут пройти. Пройти нельзя. Так, опять тут пройти. Значит, сюда, иду назад. Нам не пройти. Украина, Харьков, отстраивается Барабашова. Стройка почистили, поубирали, следы взрывов убрали. Вот сгоревшая видно там еще местами. Прилеты снарядов. Людей почти нет. Вначале там что-то есть. Все. Я иду на болото купить ребенку самокат. Если тут будут продавать вьетнамцы. Все пока так. Не пройдешь болото. Какие ряды. Вон вещи еще вдалеке продают. Ставьте лайк на канал Твой Навсегда. Подписывайтесь. Эти колокольчик. Барабашово считается самый большой базар, рынок в Украине и в Европе. Второе место занимает в Одессе. Так, на болото как идти.